Ре, весь этерс ир те. Когда не хватает на билет до страны мечты, бери ролики и поезжай. Так подумал Роберт Мартиросян и решил из Санкт-Петербурга добраться до Португалии. 5500 километров, 90 дней и ролики. Миссия выполнима. Евгения Копылова встретила путешественника в Риге. Санкт-Петербург, Португалия. Это маршрут Роберта Мартиросяна. Есть ролики и ровно 90 дней. Сегодня 12-й день путешествия. Говорит, первые дни были сложными. Я просто там помирал, я просыпался, думал, блин, зачем, куда, как. Ну, я вот знал, что я специально наговорю обо всем этом, чтобы вот все знали. Если бы никто об этом не знал, я бы сейчас дома сидел. Сколько в день примерно получается проехать? Вот вчера 100 километров это максимум получился. Угу. То есть это я 12 часов был на ногах. В 16 лет хотел поехать в Барселону, покататься на роликах, посмотреть город. Но денег на это у меня, естественно, не было. Я решил, что можно на роликах как бы и доехать. Вот. Но это такая детская мечта была, поэтому она быстренько забылась. При этом чуть ли не главная составляющая путешествия – это дорога, и она везде разная. Самое, наверное, сложное именно по покрытию было в России, потому что там просто я колени убивал. Я вот прям ждал, когда я уже наконец выйду в Европу, чтобы это все закончилось. Отрезок до Таллина был самый, я вот его буду прям теплыми словами вспоминать. А вот в Латвии Роберту дороги не понравились. Водители, по его словам, едут по обочине и постоянно сигналят. Ехать негде. Зато с ночевкой повезло. В Риге Роберта приютил основатель роликовой школы. В Бауске Роберта уже ждет парень, который тоже интересуется роликами. Но иногда приходится останавливаться в совсем маленьких городах или поселках. Anyone at home? Просто ходишь в маленьких городках, там стучишься в двери, пока не откроют, не примут. В основном пожилые пары, им терять нечего, им скучно. Но, пожалуй, главный секрет Роберта – это поддержка родителей. Меня мой отец сопровождал прямо до границы 3 дня, ехал со мной параллельно там. Ну и всегда знал, что там накормят и спать есть, где там в машине ноги кверху и спать. Роберт, кстати, впервые в Европе, зато он посетит сразу 10 стран. Главное – успеть за 90 дней, пока есть виза. Я доеду. Евгения Копылова, Кришина Слейтес, Латвийское телевидение.